добавила яркости. Екатерина Скулкина сменила цвет волос. Автор 6.08. 2019. Екатерина Скулкина продолжает поражать поклонников своими преображениями. После того, как звезда Comedy Woman сильно похудела, она полностью сменила гардероб и стала выглядеть очень стильно. Теперь она решила внести в образ еще больше шарма и перекрасила волосы в розовый цвет. Апостроф закрывающая круглая скобка точка с запятой закрывающая фигурная скобка. Знаменитости упорно пытаются удержать моду на розовый оттенок волос на пике популярности. Регулярно кто-нибудь из селебрити окрашивает свою шевелюру в этот нестандартный цвет, причем обычно это делают блондинки. Но Екатерина Скулкина доказала всем, что и брюнетки также потрясающе выглядят с розовыми волосами. Долгое время звезда юмористического шоу Comedy Woman носила волосы медового оттенка, хотя некоторые поклонники помнят ее еще жгучей брюнеткой. Что интересно, артистка с любым цветом шевелюры выглядит очень гармонично и естественно. Но перехода в такой яркий цвет поклонники от нее никак не ожидали. Ранее Скулкина отличалась не только своим талантом, но и внушительными формами, но после серьезной работы над собой артистка избавилась от лишних килограммов и полностью сменила гардероб. Новый имидж был очень непривычен не только для поклонников, но и для самой Екатерины. И чтобы завершить свое преображение и полностью сменить имидж, она решила еще и перекрасить волосы. Подписчики высоко оценили новый образ любимой артистки и засыпали ее комплиментами. Отличная прическа. Цвет волос отпад. Очень красивый цвет волос. Вам очень идет. Цвет волос наипрекраснейший. Женщина, которая утерла нос всем. И доказала, что для красоты не существует границ. Вы космос. Мне нравится. На этой фотке все естественное и позитивное. Именно такая, как в жизни. Вам очень идет этот оттенок. Поделились впечатлениями фолловеры.